Сотрудник полиции задержал водителя, сбившего пешехода. ЧП случилось ночью на проспекте Республики. По словам сотрудника Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области, он выходил из аптеки, когда увидел, что автомобиль марки «Мерседес» сбил женщину и пытался убежать с места происшествия. Республика бойында қазір «Мерседес» автокөлігі жаяу азаматшаны қағып кетті. Я как раз выходил с аптеки, как увидел, что Мерседес сбил женщину и попытался убежать. Я быстро направился к автомобилю и поймал водителя. Также задержал его. И после того, как я оказал первую медицинскую помощь, подъехали сотрудники полиции. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, а также скорая медицинская помощь, которая забрала потерпевшую женщину. Но водитель был передан патрульной службе полиции. Следующее дорожно-транспортное происшествие случилось около часа ночи по улице Гагарина. Столкнулись автомобили марки Subaru и Opel. Обе автомашины двигались по улице Гагарина. Opel от коммунизма в сторону Хамзы, а Subaru ехал с противоположной стороны. Водитель Opel так рассказывает о случившемся. Гагарина көшесіне кеп атқан едім. Маған напротив со стороны Хамзы. Хамза жақтан маған Subaru автокөлігі келіп, алдымдан шығып, резко разворот берем деп, 2 метр қалған кезде ол бұрылып, мен алдына шығып қалды. Содан кейін машинамыз соғысып, мен өзімінден таяйын дедім. Одан скорый шағырдық, бірінші көмегіні берді. Бірінші көмегіні беріп, уколдарын істеп, мені травмпункт алып кетті. Ол жақтан мені тексеріп, мына аяғымды гипстап, екі пальчым сынған екен, екі аяғымды и нервтерім, ушимление нерва деп айтты. Содан мен қайтып осы орындыққа келіп, гаишниктерге мен объяснительный жазып атырмын. Значительный материальный ущерб получили оба автомобиля. Также водители получили легкие телесные травмы. После того, как женщине была оказана первая медицинская помощь, она направилась к полицейским, чтобы рассказать о случившемся. Полицейские выявили очередного подростка, гулявшего в ночное время в парке Абая без сопровождения взрослых. Заметив, что рядом с подростком нет никого, он был доставлен в стационарный пункт полиции для выяснения личности. Выяснилось, что родители подростка живут в Махтаральском районе города Жетысай. После составления протокола было принято решение о доставке подростка в Центр реабилитации молодежи, откуда его позже могут забрать родители. Қазіргі таңда жасөспірім ата-анасы Шымкент қаласында болмағандықтан, қазіргі таңда жас өспірім баланы оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласы кәмелетке толмағандар бейімдеу орталығына апарып орналастырамыз. После выяснения личности, имени и фамилии подростка, он был доставлен в Центр молодежи. Утро в первом, на месте.